Палеонтологический музей Ульяновской области не стоит на месте, уверенно шагая в ногу со временем. На базе музейного комплекса разработана уникальная лаборатория с технологичными 3D-принтерами и система оцифровки данных, найденных раскопок на территории Ундоровского геопарка. Лаборатория за стеклом можно воочию увидеть, как экспонат появляется в музее и какие этапы он проходит, прежде чем попадает на выставочную витрину. Лаборатория была оснащена современным оборудованием, которое позволяет создавать 3D-модели как копии костей, вот, реконструировать, собственно, эти элементы скелета, так и создавать как полные скелетные реконструкции и модели внешнего вида ископаемых животных, необходимых для размещения как в постоянной экспозиции, так и временных экспозициях, которые планируются как в современном, так и в новом здании музея. После оцифровки материалы дублируются с помощью принтера. Сегодня ученые заняты воссозданием цифровой модели плеозавра. Работу планируют завершить к открытию нового здания музея. Помимо подлинных экспонатов, важный элемент экспозиции – реконструированные модели и прообразы рептилий животного мира древних цивилизаций. Одна из задач лаборатории не только создание моделей, макетов, а показание, значит, специфики работы музейного сотрудника, который занят изучением материала, значит, занят препарированием, занят созданием копий, но и сохранение. Лабораторию создали в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». А в этом году в рамках реализации кластера «Цифровая культура» были закуплены 3D-принтеры, позволяющие в полном объеме заниматься передовой научно-исследовательской деятельностью. Антон Никонов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.